Привет, с вами Балканский бомж. Нечего кушать, неохота идти в фудбанк, денег нет, есть решение. Мы вот, например, едем в Костко за сэмплами, и там реально можно зайти и наесться. Сейчас покажу. И прямо на входе тут нас встречает вот такой хороший дил за 100 баксов саундбар Yamaha. Но ей сыт не будешь, поэтому мы пойдем искать сэмплы. Ну и пока мы ищем еду, можно прилечь отдохнуть. Классно. А если понравится, можно такую купить домой, а через 364 дня прийти и сдать ее. Лайфхак. Приближаемся к какой-то дегустации. И что же у нас тут? Непонятно. О, тамалес. $19 они. И последний достанется мне. Шучу, пойду Екатерине отдам. Так, что у нас тут? У нас тут вкусная вот такая вот водичка. Давайте попробуем ее. Водичка нужна, чтобы запивать ваши съедобные сэмплы. Еще водичка. Вот это другая. Давайте попробуем. Thank you. Вот такая вот водичка красная. Будем пробовать. Так, это мне больше нравится, чем та. Но, с другой стороны, это с заменителем сахара, а та просто газированная вода. Так, в отделах с холодильниками всегда хорошие сэмплы. Вот они, вижу сэмплы, иду к ним, и даже сразу два. Вот тут справа дед стоит, и слева тетушка. Посмотрим, что они нам дадут попробовать. Так, люди активно кушают, и здесь картошечка вот такая. А с этой стороны... А с этой стороны он, видимо, уже закругляется. Не совсем понятно. Проходим полки с шоколадами и выходим к дегустации. Рамен. Видимо, лапша. Вы посмотрите, насколько это миленько. Миленько. Давайте пробовать. Да, это довольно-таки вкусненько. Не знаю, стоит ли это... той цены, которую за нее хотят, $11 за 6 штук, но это вкусненько и остренько. Лайк. И сэмплы закончились, так что сегодня я ухожу из Костко голодный. Хотел снять для вас ролик, как тут можно поесть в любой день, и облажался, скажем так. Но ничего страшного, так как вот этот вкусный пирог с тыквой, он еще продается, и за $6 я буду сыт дня так, наверное, 2. Спешите успеть, а то скоро исчезнет. Ну и тут у нас что-то еще. Сырый. А я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Такой вот неудавшийся ужин. Поэтому идем есть пирог. Вообще странное дело, что сэмплов практически не было. Обычно такое бывает по вечерам. И сейчас, несмотря на то, что вы видите за окном, что уже практически темно, время-то всего лишь 5. То есть, ну, не совсем вечер. Не знаю, видимо, это было должно случиться ровно тогда, когда мы решили снять о сэмплах ролик. Но если вам все-таки интересно, я в описании оставлю ссылочки еще на несколько роликов из Костко.